Без подзарядки сдохнет телефон. Без повторения забудется, что знаем. Где нет замены, оголится фронт. Капитуляция тогда придет за нами. Вот так утром жаркая молитва из благодарности невысказанных просьб, когда мы с Богом триединым слитны, с утра пораньше колосимся в рост. Бессильно суматошной кутерьме пыли мы бьемся в маленьких делишках. При немощи претензии скромней, про гоноры не вспомнишь, вовсе лишний. На подзарядке к сильному простерт, в дарованное вникнуть расположен. И оживает даже тот, кто мертв, атлантом выступит на поединок с ложью. Бог обещал пришедших не изгнать, но выслушать и по прошению выдать. Из паутинки высветит канат, улыбкою заменятся обиды. Все на молитве силен получить, и сгорбленное распрямится пальмой. Притупятся у извергов мечи, привычное проявится сакральным. Борьба с болезнями, последствием грехов, закончится без дорогих лекарств. И пеший раб окажется верхом, перегорят встревоженные страсти. По вертикали высветит трофеи, довольство делится с несчастным неимущим. С объятиями раскрытыми нас встретят те, кто доселе неустанно мучил. Не зря потраченное на молитве время, оно окупится сегодня с позаранку. В поклонах тело радостно накренем, хотя для внешних это очень странно. 11 марта 2008 года.